здесь мы приветствуем вас, и это влог с нашего дня рождения. Приятного просмотра. День у нас начался с такого прекрасного тортика, он был очень вкусный. Это хотим вам показать, смотрите, какие шарики красивые нам родители подарили. Такие вот цифры, просто шикарные. С днем рождения, доченька. Вот цветочки, просто вау. У Маши розовый букет, у меня красный, 51 роза. А сейчас еще покажу самый главный. Родители подарили нам часы. Мы, конечно, ездили, выбирали, вот, выбрали, и они нам их подарили. Вот это вот Машины, черные такие, с черным циферблатом, с кожаным ремешком. Да. Потом ты их оденешь, мы тебе покажем, как они на нас смотрятся. Давай теперь твои. А теперь мои, давай, мои от ГЭС. У меня вот совсем другие. Как они у тебя открываются? Да, вот так. Нет. Да, вот так. Вот. Ой, что-то все засвечено. Вот такие вот. Они серебряные. Вот здесь вот по кругу с камешками. Короче, очень красивые. Мы прям довольны. Давай померим и покажем. Так вот, хотели вам показать образ. Значит, у нас сегодня будет Total Black. Значит, я и Аня будем в черном. У Ани такой черный костюм. Вот такой. Мы с утра вообще вам не снимали, потому что тут все убегать не было. Вот нам, смотрите, шарики привозили. Да, и нам доставили шары. Что вот это? Шар. Класс. Короче, привозили шарики. Родители надували. Потом нам доставляли цветы, тоже все. Вот так. А сейчас пойдем в ресторан. Не, давай теперь ты меня. Давай. Смотрите. Теперь я. Машин образ. Я такой. У нас там шарик уже лопнул. Еще получается туфли. О, я совсем забыла. Вот, пожалуйста, вот, полный туфли. Образ. Да. Сумочку надела, туфельки. Вот, и у нас сегодня туфли. Вот так вот супер. Кстати, хочу вам сказать, что вроде бы так в жизни все красиво. Вот, как бы, что тут? Вот этот фонтан красивый, там на шарике написано «Доченька». А как мы только фотографируемся, как-то некрасиво смотрится. Не знаю почему. Странно, вроде бы все для фотосезона сделали. А когда вот я или Аня становимся фотографироваться, как-то все, не знаю, света не хватает, или шарики дают оттенок на лицо, ты красная вся. Вообще, не знаю, мы тут уже, наверное, полтора часа стояли, фотографировались. Вот, вроде так все красиво. Подбирали образы. Сейчас, не знаю, наверное, будем вам подснимать или сейчас подарки, или потом после ресторана. Вот, мы подготовили друг другу. Да. Вот. Вот такое. Да, конечно, это очень трудно. И в Инстаграм снимать, и в Ютуб. В ресторане мы заказывали стейки, они очень вкусные получились. И десерт тоже был очень вкусный. Так, Анюта получает свой подарок на день рождения от Маши. Та-рам! Мне кажется, у нас одинаковые. Не хочу тебя поздравить с днем рождения. Спасибо. Хочу, чтобы ты оставалась такой же красивой. Машенька, спасибо большое. Ну, открывай. Машенька, повтори. Вау. Класс. Класс, Маруська, спасибо. Там, это смотри, там такое? Все, что ты покажи любишь. Нам. Сейчас там. Что первое? Это патч.
Там все, что ты любишь. Смотри. Эти маски. В общем, патчи. Вот, смотри, прям целый этот скраб. Я знаю, как ты сильно хотела. Я тебе отдельно набором заказала вот это вот этот камешек, который ты хотела. Так, а ну показывай. Она показывает. Ой, нету камушка. Вот этот камушек очень хотела. Вот такой хотела, да. Вот такой я хотела. Ну, поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо. Это бомбочка. Просто, мам, ты поняла? Ты бери, я буду получать. Теперь Маша будет получать подарок от Ани. Мы с ней одинаковые выбрали. Не договаривая, заказали. Сайт, на котором куча коробок. Вот эти бьюти-боксы. Ты розовый. Мы выбрали одинаковые. Ну, проверяй, Маша, какой она заказала. Придется развязать. Придется, да. Ой, я в шоке. Ну, я там положила для тебя то, что ты... у нее розовый бокс. А, открыточку. Открыточку с днем рождения, Хиттер. Так. Так. Подписано. Так, вот, так, так. Вот, все. У нее розовый. А, другой чичи. Да. Смотри! О, нет, очень похож. Очень похож. Что это? Это скраб. Скраб? Это отдельно, да? Это отдельно, да. Помада! Это тебе отдельно. Это класс! Очень похож. Ой, а что там, чупа-чупса? Да! Кто любит чупа-чупса? Я люблю чупа-чупса. Эти, блин! Тот же самый бокс, это что? Да! Чекурилок! Ну, почти такой же. Почти. Шикарно. Ну, все, поздравляем тебя. Предыстория, как мы выбирали подарок. Вот тут-то мы точно все просто перерыли весь интернет. И, да? Извини. Потому что постоянно мы смотрели, так, это у них есть, это у них тоже есть, это у них тоже есть. И, в общем, мы решили, что вы, наверное, сами лучше разберетесь, что вам подарить, сами всем себе от нас. Идеально будет. Thank you.
Спасибо.